Анапчане принимают активное участие в деловой программе Международного туристского форума SIFT-2017. Серьезное обсуждение идет на тему, как сделать курорты региона круглогодичными. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, необходимо искать новые точки роста, создавать якорные проекты, которые позволят привлекать туристов. Глава Анапы Юрий Поляков рассказал руководителю региона, в том числе о предложении тайских инвесторов. Вениамин Иванович поддержал идею создания нового парка отдыха и развлечений. В рамках форума предприятия санаторно-курортной отрасли Анапы активно продают пакетные новогодние туры по системе «Все включено», а также ведут переговоры и уже заключают договоры на сезон 2018.